Да? И мы мусыштены, сякаш мы се нахранили. Да? И мы ты такого нечто, да. Нали? Иисус сказал, что я есть хлеб жизни. Иисус сказал, что я сам хлеба на живота. И реально, вот когда преломляется хлеб. И да, когда се преломя така. Мы ощущаем, что мы наедаемся, мы не насыщаемся. Не мусыштены, сякаш се насыщаме. Спасибо большое, брат. Благодаря тебе много, брат. Да. Че се подготовил? Видно, что хорошо подготовился. Вижда се, че добре си се подготовил. Да, да. Да, вы что-то хотели сказать? А, да. Слава Богу. А у нас будет слава еще на Бога. Хвала, да? Будет хвала у нас? Нет. Нету? То хотелось бы еще Господа прославить. А, давайте, время есть еще. Снова здравствуйте. И вот снова здравейте. Мне на самом деле очень приятно говорить это свидетельство. В сущности, много мне приятно доказывать у вас свидетельство. Я на самом деле никогда в церкви, ну, так вот, чтобы официально не объявлял о том, что у меня проблемы с работой. В сущности, никогда так официально не сам казывал на тело-то церкви, чем он проблемы с работой. Может, некоторым людям сказал. Может, на некую хору сам казал. Которые за меня от души помолились. Кто-то с души себе помолили за меня. И я тоже молился. Я сущности себе молил. И получилось так, что мне предложили работу на несколько дней. Чем мне предложили работу за несколько дней? И я в один день стоял на проспекте, там вот Чайка. И в один день стоял там на проспекте в Чайка. И ждал свой автобус. И чакал свой автобус. Мимо проезжает брат. И минава брат. И я не знаю, мне сигналил или нет, наверное, нет. Дали мне, это он мне потом сказал, что он меня увидел. После мне сказал, чем я видел. И вдруг мне приходит СМС насчет работы, заинтересован или нет. Ну, за това дали си интересуваш в работа или не? И я, когда ответил, ну, какая работа, понял, что примерно моего профиля. И аз когато видях, погледнах, че сигурно като моя профил е работата. Сейчас я могу сказать, что я благодарен Богу. Сега мога да кажа, че съм благодарен на Во-первых, Бога. Во-первых, за услышанную молитву. Първо за чувана молитва. За братьев, сестер, за которые братья, подвязались в этом. Които ми помогнаха в това. Что они забыли. Че не са забравили. И у меня есть хорошая работа. И имам добра работа. Да, слава Богу. Слава на Бога. Мне это просто большое свидетельство. Това е много голямо свидетелство. То, что хороший коллектив. Че добър коллектив. И начальник из Грузии. И начальника от Грузия. Да, это было прекрасно просто. Това е било слава прекрасно. Господу за слава все. На Господ. Аллилуйя. Пока у нас прославители готовятся, да?